особенно моей матери, которая к этому отношения вообще не имеет. И он там даже ее и не знает. Я ему сказал, пух, придешь, извинишься, и мы с тобой просто прощаемся и расходимся в разные стороны. Он мне точно так же, как Петербург, пошел нахуй, я с тобой больше разговаривать не буду, и все. Я говорю, ну, блядь, раз я пошел нахуй, значит, блядь, я буду все это делать до конца. Ну вот был разговор, об этом мы уже все поняли, да, тема оскорбления и все остальное. Сейчас, вот 5 минут назад, шел разговор о том, что, как бы, грубо говоря, там около 50 тысяч уважений, и все нормально, отключаются рефиты, все нормально работают. И ваши с пухом терки остаются между вами двумя. Не касаясь тех, кто говорит, что люди, я так понимаю. И канал никакого отношения не имеет. Работает нормально. Терки остаются. А Юрий, это разберетесь, а уже канал будет спокойно работать. Давай страдаем мы. Страдаю я. Я страдаю. С места работы невозможно работать в канале. И все. Вот если ты называешь вот то, что сейчас возможно работать, я не знаю, вопрос, тогда у нас просто разные понятия о возможностях. Нет, конечно, можно жить и без рук, и без ног, но эффект уже не тот. А это фактически то же самое получается. Начнем с этого. Да. Или что тебе там делать дальше? Я говорю, давайте завтра. Давайте сейчас. Да ну завтра. Нет, давайте завтра. Я делаю все копии, как это вот поставлю. Ну сейчас. Неужели все? Трудно сейчас, да? Сделать моменты, сделать копии. Еще нет года. Ты же делаешь отчеты, делаешь и все остальное. Почему есть отчеты? Они что, в компьютере? Ты человек должен отрываться сейчас. Но у вас не такие многомиллиардные обороты, чтобы все отрываться. У меня, Егор, вы не настолько знаете. У меня две организации. Да, потому что у меня две общественные организации. И любые отчеты делаются за один вечер максимум. У меня 8 организаций. Ну отлично. Ну, хорошо, давайте. А мы будем. Давайте не будем. Вы сами предложили. И сами сказали, что есть документы. Завтра я подготовлю все. Причем здесь завтра? Я за завтра могу сделать столько бумаг. Я вот именно сейчас. Ну, мы не сейчас о себе людей не судят. Как вы говорите, там я завтра могу, а я не буду делать. Нет, это не надо. Абсолютно не надо. Если бы вы были такой честный и хороший, вы бы давным-давно просто по просьбе отключили бы репитер свой. По чьей просьбе? По нашей просьбе. Я первый раз пришли. Просьбой? Отключить репитер. Первый раз пришли. А до этого с чем приходили? До этого не приходил ни один. Просьбой выключить репитер. Полчаса назад. Ко мне приходили люди пообщаться. Пообщаться. Радиоканала Сибирь. Сейчас вы говорите, что не приходил вообще никто. Еще раз. Просьбой выключить репитер. Не было ни одного человека до вас. Я спросил, а зачем приходили? Пообщаться. Вообще никто не приходил. Пообщаться приходили. Да только купола были. Пообщаться чем-то. Я еще раз говорю, вы не слышите фразы, что ли? Вот именно, что я слышу. Ну так вот, но в чем проблема-то? Юр, пообщаться чайку попить приходили? Сомневаюсь. Знать, почему удостоверение получится. А, да. Удостоверение получится, действительно. Покажите хоть раз интересное удостоверение, или это тоже долго? Вам не показывали? Нет, конечно. Нет, особенно показывал. Я думал, что у вас есть там уже, вам показывали. И оно нам надо? И удостоверение. Показывал, у кого оно есть. На этом канале теперь никому не нужно удостоверение. Как говорится, мультики, усы и хвост, вот удостоверение. Так же у нас. Антенна раз, и все. Замечательно. Рожок наклейка. А? Рожок наклейка. Это миллиарды. Нет. Ну так что, будут документы, нет? Будут. Завтра. А почему завтра? А что сложного найти бумажку, где все это написано? Что сложного? Что сложного? Завтра. А что сложного? Егорик заедет. А что сложного? Ты здесь каждый день ездишь. Нет, что сложного? Чего бы, стоп, какой каждый день езжу? Я тебе прописываю каждый день, Юрий. Ты что, Юр, я вообще-то работаю в одном месте. Юрий, еду домой, я не пересекаюсь. Если там, не знаю, кто там, занят человек, да? А мы сейчас вот просто, ну, сейчас. Давай. Да. Да, блин.
Ладно, давай, Егоре перезвоним. Если там человек занят, лично вы сейчас сидите и перебираете с нами общение. Ну, так вот я и говорю, что мы тратим время. Мы договорились. Мы договорились, да? Но. Вам нужно за эти бумаги что-то посмотреть. Я вам говорю, что я все готовлю. К завтрашнему дню, там завтра с утра, я 8, 10 до 6. Я практически каждый день. А у вас написано, что больше круглосутки? Круглосуточно мы работаем по узнаваму с Юрой Липкиным. В основном. Ну, либо с теми, кто у меня по договорам. Среди обстоятельства семьи просто нет... Нет доверия к тому, что эти документы есть. Поэтому именно сейчас мы хотим их видеть. До завтрашнего дня можно сделать кучу документов. Любые документы, они проверяются. Любые документы точно так же делаются. Это я тоже знаю. И подделку, если они не настоящие. Но точно так же все вычисляют и узнают. Вот сделай 5 минут. Давайте на 5 минут прекратим разговор, мы пойдем покурим. Лично вы пойдете, найдете документы, сделаете ксерокопию. Мы разворачиваемся, уезжаем. Да, так что из вас приезжает, смотрит оригиналы, копии и забирает. Я эти сети убрали. Синя. Я могу ложить. Я не знаю, что сейчас. Я только под этим действительно. То есть он не будет. Но ревизор будет отключен сегодня, в полночь. Правильно? Об этом договорились. Сегодня 12 часов. Да, мы договорились. Вот. Если ваши корреспонденты подчистят все. Все, что мы представили. Все, что мы нагадили. Если быть на плане, сам зайдешь, напишешь, что ревизор был выключен, пожалуйста, уберите. Я также не верю, что это будет сделано. Замкнутый круг получается. Это круг, замкнул ты, это круг. 4. Это ты замкнул этот круг. Этот круг спокойно существовал. Вот этот круг людей... Он спокойно существовал до того момента, пока не пришло двух людей, пока страдают все. Так вы бы между собой решили. Так вы между собой решите эти вопросы. Сейчас, секунду. Алло. Да ладно, все, давай. Потом. Приедешь. Давай. Да нет. Да? Ну, давай приедешь, поговорим. Да. Мы простые корреспонденты, не модераторы и так далее. Ну, так которые нагадили корреспонденты. Правильно, что там сообщение может модерировать только модератор. Ну, значит, это все делается в течение 2 часов. С этого же компьютера пишется письмо админу сайта. То есть, прошу, мы сейчас в данный момент четвером должны перелопатить весь форум, найти конкретных людей, конкретные сообщения и написать об этом. Не на вашем форуме. Не без разницы, что у вас на форуме написано. А где? На фланге. А кто там вообще знает, кто там что? Если у вас есть... Ну, если у вас на форуме было там 100 человек, узнавайте, кто это. А мы откуда знаем, кто там? Если на форуме написан корреспондент, мы можем к нему обратиться еще. А тут-то мы кого узнаем? Ну, так вы точно так же там обсуждаете тему. Вы прекрасно знаете, кто эти сообщения оставлял. С чего? Ну, хорошо, если там один Тимоха отписался... Нет, получается, не кто-то. Получается, если я скажу, что я в Дукиноте, я начну его убью. Если я оставлял время, что я... Я еще раз сказал, что вот вы как корреспонденты, да, то что вот мы просим отключить репиты. Я согласен, да, без вопросов. Я отключу только вы корреспонденты. Уберите вот это вот все говно, которое вы там написали. Я там вы не же писал как ничего, как корреспондент. Вы я корреспондент, как я. Как корреспондент. Это пришло, как я человек. И прошу отключить. Меня там нет. Так у вас 300 человек. Да, вы, тут, а вы, да, вот, почему, вы почему пятером получается, что вы пятером пришли? Вот еще из-за десятка тех людей, которые написали, давно этот репитер будет работать, это получается.
Вот и все. Еще изменение работает. Который обосрает. Он работает. Личные отношения, но когда они пересекаются, там начинают на контору срать, там, и все, знаешь, родители цеплять, родственников, друзей, это уже переходит все грани. Хорошо. Есть я. Теперь вернусь. Вот вы это решили. Да, поговорим. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад в прошлое переместимся. Когда никто не срал ни на кого, да? Когда все было хорошо. Кто спровоцировал?